Каждую среду выпускающий редактор литературной газеты приходит в «Библиоглобус» для презентации свежего номера. В эту среду, 22 июля, к нам в гости пришла Анастасия Ермакова, выпускающий редактор и литературный обозреватель литературной газеты. Рассказала о главных новостях свежего номера, о наиболее интересных рубриках и статьях, заслуживающих внимания читателей. Среди участников вечера были постоянные читатели литературной газеты, любители литературы, члены Союза писателей и все те, кому не безразличны проблемы современной литературы в России. В ходе встречи участники смогли задать Анастасии Ермаковой интересующие их вопросы, поучаствовали в жаркой дискуссии о проблемах в обществе и воспитании молодежи, обсудили трудности, с которыми сталкивается литературная газета сегодня. Передовица у нас, значит, дана Василию Ливанову, которому юбилей, которому 80 лет. В газете также о нем рассказывается как о детском писателе. Не все это знают, не все его знают с такой стороны. И как ценители искусства, вот мы представляем на седьмой полосе у нас эссе Ливанова о Сурикове. Очень тонкое и глубокое, на мой взгляд. Непростые времена и у нас, и в периодических изданиях сегодня. Как уже вот мы как раз сегодня была бурная встреча, где обсуждалось это все. Действительно, культурологическим изданиям для элиты, для интеллигенции нужна господдержка.